ждает Серебряная Башня Тысячи Сынов. Но теперь у меня нет оружия, способного ее уничтожить. Оптимальный вариант — воспользоваться древней боевой баржей, которая реконструируется в лагере Механикус. Милорд Цит, не сочтите за грубость, но эта боевая баржа участвовала еще в Великом Крестовом Походе. Это священная реликвия, исполненная древнего величия. Сияние ее славы неугасимо. Принято, ремесленник Бальтазар. Я разрешаю Таласе реквизировать баржу на время боевых действий. Затем она вернется на ваше попечение. Хорошо. Но вам понадобится моя помощь для умиротворения столь древнего духа машины. Таласа, помогите Адептус Механикус подготовиться к запуску и ждите от нас координаты цели. Мы скоро высадимся. Позаботьтесь, чтобы боевая баржа была готова. Империум будет доволен, лейтенант Тит. Братья, активируйте фотовизоры. Прибасы. Сын Магнуса устранен. Заряжаю магазины. Нарушена духовная целостность.
здесь запас стимулятора. Припасы восполнены. Отметил запас. Призываю взять лекарство. Тактика готова. Двигаемся к крану. Изымаю железный нимб, заряжен.
Приближаются силы еретиков. Уничтожим их, братья! Тактика готова. Блокирую враг. Ничто не встанет на пути к долгу. Таласа, вы приближаетесь к боевой барже. Постарайтесь обойтись без заминок. Согласен. Отлично. Вожу стимулятор. Перезаряжаюсь. Слишком слабо достигнуть смерть в полете. Снова идем вперед. Тут у нас новые боеприпасы. Путь разблокирован. За куда запустить? Железный ним готов. Это примитивные каракули не просвещенные. Пусть прибывают в Армении. Мы сообщим города Ксенос. Продолжайте миссию. Сейчас нашего первоочередного внимания требует другая ересь. Инквизиция установит виновных, а не проклянут день, когда явились на свет. Усиленная тактика готова. Задействуй железный мыль без корпуса. Уйти с руки, ересь сдержан. Я обнаружил реликвии. Деци, вкладывай ты в ритуалы благочестия хоть половину усердия. Капитан Акиран, ваши ультрамарины опаздывают. Нас атакуют превосходящие силы, требуется подкрепление. Длинных молитв. Мы успели бы быстрее, если бы кто не забаррикадировался. Поспешите, пока ваша медицинская стена взлетела благословенному кораблю. Мой клинок всегда готов. Железный ним заряжен. Осколочная граната в действии. Применяю специальные средства. Мы
обрабатываю раны. Железный ним готов. Бьюк на взводе. Занять пост. Доступно снаряжение. Это я забираю. Заряжаю магазины. Обратного пути нет. Обратной дороги нет. Ко мне, братья! Отразим нападение! Да! Я умоляю! Действует протокол железного неба. Замечен патрульный терминатор. Удовлетворительный результат, Таласа. Открываю ворота. Кагитация недвусмысленна. Мы не сумеем уберечь сей благословенный корабль столь скудными силами. Таласа здесь не для вашей защиты. Их задача подготовить боевую баржу к вылету. В нынешнем состоянии она едва ли сумеет преодолеть гравитацию Тимериума. Достаточно будет дотянуть до вражеского корабля и уничтожить его. Я полагал, что Астартес должна относиться к такому кораблю. Двигатели обеспечат достаточную подъемную силу, но аккумуляторы полностью разряжены и не смогут запустить корабельный реактор. Что если мы отыщем дополнительные энергобатареи? У нас есть энергобатарея, которая подойдет для активации реактора, но ее саму надо зарядить от электростанции. Эта часть нашего лагеря менее безопасна. Задачи ясны. Защитить груз. Устранить агрессоров. Меняем магазин. Двигаемся.
Ввиду нестабильной структуры энергобатарей, протоколы безопасности предписывают перевозить их под наблюдением. Сопроводите ее до узловой станции. Получаю медпомощь. Кончился боезапас. Заряжаюсь. Запрашиваю помощь. Прими бой и сверши отмщение. Объявляю благодарность. Заряжаю магазины.
Амнисия благословил вас изобилием энергии. Возможно, в своей бесконечной мудрости бог машины дозволяет совершить то, что вы замышляете. Не говори о том, в чем не разбираешься, технопровидец. Не надо быть логисом, чтобы понять, это акт отчаяния. Усиленная тактика готова. Преобразовывающее поле активно. Показатель ереси снижен. Прошу стимулятор. Боеприпасы восполнены. Все та экипировка. Железный ник заряжен. На вас мы почти на месте. Доложите, что у вас. Тащи гигант в свой пробудиться, брат. Дождитесь нашего сигнала. Жертвовать с такой святыней. Надеюсь, ее мученичество не будет напрасным.